Алтай. Начинается подъем на Семенский перевал. Первое, что поражает, так это воздух. Такого воздуха больше нигде не встретить. Очень сладкий, очень насыщенный. Давай еще раз. Меня так... После холодка Семенского перевала спуститься в Ангудай, где жара стоит плюс 27 градусов. Здесь можно купаться, купаться и загорать. Здесь замечательно переночевали, погода супер, едем дальше в долину Чулышмана. Поднялись на Волганский перевал. Здесь обнаружили множество маслят. Насобирали также ягоды можжевельника. Будем сделать настойку, которая будет называться джин.
Первый раз еду в долину Чулышмама. Первый раз вижу такое движение. Такое ощущение, что мы где-то на трассе находимся в Барнаул-Убийск. Спускаемся с перевала Катуйрык. Да. Я даже очки одел, чтобы аккуратнее ехать. Процентов 80 перевала проехали, ждем, сейчас машина поднимется, но встречка едет. Ну, осталось чуть-чуть совсем, и мы будем в долине Чулышмама. Сейчас. Сколько дров, сколько боль великану, вот хватит. О, вот это ты силач. Первое дерево. Поздравляю. Лиз, посмотри, он отпилил. Первое дерево. Поздравляю. О, ты молодец, ты вообще силач. Сидим, кого ждем?
тебе. На южном береге Телецкого озера. Здесь вот такой вот песок. Хочу сюда и такой озеро. Я хочу сюда еще приехать 20 раз. И еще 20 раз. И хочу отсюда забрать вот этот песок, эту палку и вот эту дубинку, палку. Вот эту я самую первую нашел. В долине Чалышмана. Вот какие. Арбуз был очень вкусный, сладкий, такой красный,
Очень красный. Я таких красных арбузов не ел еще никогда. Вкуснота.